Жители третьего микрорайона Автотека и Нагаева смогли проголосовать досрочно в своих дворах. Избирательные участки работали на улице из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Так, по мнению специалистов, риск заразиться коронавирусом ниже. Тем не менее, все санитарные нормы соблюдали. Избирателям выдавали одноразовые маски, перчатки и ручки. Как видите, нормы у нас соблюдаются. Перчатки, все, халаты на нас, маски. Постоянно в офисе, на участке, когда мы находимся, у нас каждый раз, практически после каждого человека, который приходит, происходит обработка. Также в этот день можно было проголосовать за присвоение Магадану звания «Город трудовой доблести». Каждый житель областного центра, независимо от возраста, может поставить свою подпись на бланке. В декабре 2019 года президент России Владимир Путин направил в Государственную Думу законопроект о присвоении городам нашей страны почетного звания. Это должны быть те города, которые внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне. Эксперты подтвердили, что столица Колымы таковой является. Сегодня здесь происходит сбор подписи горожан в поддержку присвоения городу Магадану звания «Город трудовой доблести». И вот наши первые желающие пришли отдать свой голос в поддержку присвоения этого звания. У нас есть уже 18 голосов. Ну, это еще не все. У нас много желающих. Проголосовать можно и в здании избирательного участка. С 25 июня с 8 утра до 8 вечера на протяжении 7 дней его проводят по всем рекомендациям Роспотребнадзора. Всех членов участковых комиссий протестировали на коронавирус. А каждому избирателю измеряют температуру бесконтактным градусником. 30 июня – последний день до выборного голосования. Сегодня до 8 часов вечера мы должны уже определиться числом проголосовавших в помещении и вне помещения до дня голосования и завтра начать еще один день, последний, важный, решающий для всей нашей страны. После того, как избирателю измерили температуру, он надевает маску, перчатки и отправляется голосовать. Ему дают бланк, он проходит в специальную кабинку. По словам магаданцев, отдать свой голос очень важно, ведь сейчас решается вопрос будущего России. Конституция все-таки страны, и мне кажется, каждый человек должен прийти проголосовать и выбрать для себя позицию жизни. Для себя, для своих детей, для своих внуков. Поэтому, ну, нужно идти голосовать либо за, либо против. Это выбор каждого человека. Поэтому в обязательном порядке нужно идти. После того, как участки закрывают, бюллетени упаковывают в сейф пакеты, опечатывают и хранят в сейфах. Вскрывать их будут только после 20 часов 1 июля, когда закончится общероссийское голосование. За соблюдением всех правил следят независимые наблюдатели. Я представляю движение наблюдателей от общественной палаты. Мы смотрим за тем, чтобы голосование проходило в соответствии с требованиями законодательства. На данный момент нарушение не выявлено, избиратели голосуют в соответствии с требованиями действующего закона. В дни голосования Ассоциация недропользователей Магаданской области проводит фестиваль «Люди Колымы». Принять участие может каждый избиратель. После того, как он отдаст свой голос, ему выдадут лотерейный билет с уникальным цифровым номером. Организаторы подготовили более 400 призов. Я волонтер, который представляет организацию «Фестиваль «Люди Колымы», который может принять каждый из избирателей по итогу голосования, выбрать свой билет, записать номер мобильного телефона. И 10 июля будет производиться розыгрыш в прямом эфире «Колыма Плюс». Квартира в Магадане, машина, мобильные телефоны – все эти призы разыграют между жителями области. Победители определят в прямом эфире телеканала «Колыма Плюс» и на YouTube-канале «Колымского СМИ».